У гвардейской Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии имени маршала Советского Союза Малиновского богатая боевая история. Уральцы во время войны создали на свои средства добровольческое танковое соединение, которое прошло с боями от Орла до Берлина и Праги. На его боевом знамени 4 ордена. Неразрывна связь дивизии с родным Уралом. И сейчас здесь служат немало его посланцев. Об этом рассказывает молодым воинам начальник политотдела, делегат 26-го съезда КПСС, полковник Харьков. Непроста воинская служба. Чтобы быть хорошим солдатом, нужна отличная физическая закалка. Разносторонние знания. Присяга на верность Родине. Это запомнится на всю жизнь. Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту своей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил, я прямо защищать ее. Может быть, умело, достоин защитить. Теплый материнский накат. Жены командиров сделали все, чтобы украсить этот незабываемый день солдатской жизни. Они служат в группе советских войск в Германии. Родина доверила им особый пост, находясь впереди своих пограничных застав, зорко охранять западные рубежи стран социалистического содружества. Эту задачу воины группы выполняют совместно с братской национальной народной армией Германской Демократической Республики. Сегодня совместные учения, во время которых проверяются знания, умения, навыки, полученные в классах, на танкодромах и полигонах. На полях учений, на состязаниях и тренировках, на различных встречах советские воины обмениваются с немецкими друзьями своим опытом боевой учебы и службы. Учения закончены. Их результаты не только в повышении полевой выучки, взаимодействия в бою, но прежде всего в дальнейшем повышении дружбы воинов братских армий. Боевые друзья часто встречаются на общих интернациональных мероприятиях, вечерах, праздниках, концертах художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. Большую работу по укреплению дружбы проводит Союз свободной немецкой молодежи.
Сегодня медалями имени Артура Беккера, учрежденными этим союзом, отмечены комсомольцы-активисты, и среди них уральцы Сергей Клюшин и Александр Кунчиков. Хотя и далеко от дома служат наши солдаты, но они всегда тесно связаны с Родиной. Эти письма – самые желанные весточки от родных и близких. Находясь на территории Германской Демократической Республики, советские воины стремятся поближе познакомиться с историей этой страны, ее культурой, достопримечательностями. Маршруты экскурсий очень различны, но это, может, одна из самых запоминающихся. Здесь, во дворце Цицилиенхоф, почти 40 лет назад, состоялась историческая Потсдамская конференция глав правительств великих держав СССР, США и Великобритании. Конференция обсудила важнейшие проблемы устройства мира в Европе, наметила конкретные меры по перестройке жизни в Германии на демократической основе. Советская армия, пришедшая на эту землю с освободительной миссией, сделала все, чтобы сохранить культуру немецкого народа. В то время как американская авиация варварски разбомбила древний Дрезден, наши солдаты спасли и вернули немецкому народу сокровища Дрезденской картинной галереи. Об этом всегда будет помнить мир. В группе войск нет такого гарнизона, где бы офицеры не поддерживали дружеских контактов со своими коллегами, товарищами по оружию. Майор Николай Жданов и подполковник Карл Хайнц Кауфман давно знают друг друга. Оба учились в бронетанковой академии в Москве. Оба командовали танковыми батальонами, участвовали в совместных учениях. Они часто встречаются с семьями, вместе отдыхают. Приходит время, когда подводятся итоги боевой и политической подготовки. Подразделение «Победители социалистического соревнования» в честь 60-летнего юбилея образования СССР получают памятные вымпелы. Лучшие солдаты поощряются краткосрочным отпуском с выездом на родину. Наши знакомые Сергей Клюшин и Александр Кунчиков приехали на Урал. Нельзя не побывать в цеху, где работал до армии. Надо рассказать друзьям о разных успехах уральцев, узнать, как идут дела у комсомольцев родного завода. И пройти около знаменитого танка Т-34, родные братья которого стоят сейчас на постаментах под Берлином и в Праге, где они закончили войну. Здесь, на переднем крае, на рубеже, разделяющем две мировые системы, надо особенно зорко и бдительно нести ратную службу, с честью выполнять свой интернациональный воинский долг. Нерушимая дружба народов СССР и ГДР всех стран социализма надежно охраняется мощью армии стран-участниц Варшавского договора.